Всем привет, дамы и господа, с вами Спектр. Извините, что я где-то 2-3, может быть 4 дня не выпускал подобного видеоролика, но это новая рубрика на канале, которая, я не знаю, когда будет продолжаться. Ни хрена, вы посмотрите, что там происходит. Вау. Так вот, друзья, сегодня я хотел бы вам рассказать про новое обновление. И да, на сервере читер, я это уже понял. Про новое обновление в GTA 5 онлайн. Не знаю, распространилось ли это на сюжетку, хотя бы про новое оружие. Но давайте начнем сначала. Итак, что же добавили в новое обновление? И, кстати, это, по-моему, первое обновление спустя выход игры. С того момента, как она вышла. На самом деле, добавили, по сути, три вещи новых. И давайте начнем с первой. Первое, это у нас находится в интернете. Путешествие и транспорт. Далее нам нужно выбрать самолеты. Транспортные потребности, велосипедисты. Так, бронетехника. Самолеты. Итак, добавили новый вертолет и новый самолет. Что касательно вот этого всего, Вилума, Мелджета, по-моему, это все уже было. И да, вот, обновление «Грязные деньги», часть 1. В это входит у нас с вами Люксор Делюкс и Свифт Делюкс. То есть это у нас золотые вертолет и самолет. Стоят они, как вы видите, очень много, сразу хочется сказать. Поэтому запаситесь терпением. Но хотя, если вы играете еще аж 2013 года, начиная с консоли в GTA-шечку, пятую онлайн, то вы, в принципе, надеюсь, без проблем сможете это купить. Так вот здесь вот салон есть, даже знамя такое вот есть в виде, что это, двуглавый дракон, ну типа того. И давайте посмотрим на вертолетик Swift Deluxe. Здесь у нас такой просторный салончик и есть маленький телевизор, но я думаю, он нам совсем не нужен будет, так как мы будем сидеть точно немножечко на другом. Итак, поехали смотреть дальше наши обновления. И знаете, с чего мы продолжим? Правильно, мы продолжим с магазина амунации. Как вы заметили, а я знаю, что вы заметили, с, по-моему, 15-го или 14-го, поправьте меня, по-моему, все-таки с 15-го эпизода наших приключений в GTA Online добавили новый пистолет-пулемет под названием ПОС. Персональное оружие самообороны, по-моему, называется оно. И сейчас нам нужно съездить в амунацию. Давайте посмотрим, где у нас. Где у нас. Амунация. Давайте в амунацию с тиром поедем. Так, нам потребуется автомобиль, поэтому не сочти, дамочка. Я заберу твой автомобиль. Так. Хорошо. Поехали. Значит, как вы видели, и по ограблению четвертому мы здесь использовали персональное оружие самообороны очень часто. И этот пистолет действительно уникален, так как если нацепить на него глушитель, вы, по крайней мере, только по звукам уже ощутите просто усладу глушителя. То есть разработчики серьезно постарались над тем, что когда глушителя нету на оружии, оно стреляет, так скажем, с очень противным звуком. Когда вы цепляете глушитель, это просто сказка. Реально очень такой хороший звук. 60 патронов. Это с модулем увеличенный магазин, я так понял, потому что он у меня стоит. По-моему, без увеличенного магазина должно быть 30 или 40. Вот, собственно. И я надеюсь, нас сейчас какой-нибудь псих не убьет по дороге. Вот. Так, мы подъехали. Ну и давайте я вам покажу немножечко в другом ракурсе. И посмотрим, что для него можно приобрести. Привет, братан. Так, давайте посмотрим оружие. Значит, пост у нас находится в правой части. Вот он наш родной. ПОС, персональное оружие самообороны. Обновление «Грязные деньги», часть 1. Что ж, давайте смотреть, что на него есть. Есть на него, значит, патроны. Я закуплю немножко. Стандартный магазин, естественно. Магазин большой емкости. У меня стоит фонарь, рукоятка, прицел. И расцветочка. У меня стоит черная. Странно, по-моему, я серьезно не ставил расцветку на него. Ну, давайте поставим розовую расцветочку.
А, у меня золотая стояла. Блин, а зачем? Ну ладно, ничего страшного. Я могу денег получать сколько угодно. Да. Спасибо. И давайте же его испытаем, я так думаю. И я, наверное, не пойду там на бандитскую разборку. Находится он у нас вот тут. Даже могу от первого лица вам показать. Вот так он выглядит. Прицельчик такой у него. И как включать фонарик, я не знаю. Поэтому... Да, я не знаю, как включить фонарик. Такую кнопочку. Ну, давайте. Стреляем немножко. Вот, послушайте, как это звучит. Неплохой такой, да, звук? То есть и для стелса подойдет, и для больших разборок подойдет. Все, что нужно. Отличный абсолютно пистолет. Пойдет. Хотя, кстати, знаете, по-моему, я не вижу, что здесь глушитель нацеплен. Кстати, да. А, он с правой стороны, наверное, да? Ну, скорее всего. Да, с правой стороны он нацеплен. И я тогда не знаю, что. Ну что, и давайте посмотрим тогда с вами последнюю часть этого обновления «Грязные деньги». Это у нас новые аксессуары, насколько я знаю. Поэтому поехали посмотрим. Так, ближайший магазинчик давайте съездим. Я думаю, полицейский для нас это не проблема. Думаю, мы зайдем, все сразу само сбросится. Хотя я не уверен, но все же. Давайте попробуем. Вон там у нас читер на самолете летает. И у меня, по крайней мере, три навыка обкачаны полностью. Это уже отлично. Так, у нас там менты, я смотрю. Интересно, а если я вот так вот сяду, меня запалят или нет? Вау, меня не запалили. Прикиньте. Ну, сейчас, ребят, по-быстрому звездочки тогда пропадут. Отлично. Так, и... Поехали. Значит, магазинчик у нас находится вот здесь. Рандомный абсолютно выбрал. Это бинго. И здесь, кстати, терминал есть. Так, давайте уберем. Мы же все-таки культурные люди. И... здрасте. Здесь только костюмы, да, можно посмотреть. Окей. А, давайте искать аксессуары. Они, скорее всего, так, топы. Аксессуары. Это, скорее всего, оно и есть. Платиновые цепи добавили, видите, золотые цепи. Я, правда, не уверен. Давайте серьги посмотрим. Медные серьги. Платиновые каскады. Ну, ребят, я на самом деле не знаю, что здесь входит в это дополнение. Поэтому я могу ошибаться, но... Не знаю, просто проверяю по всему. Вот, наверное, золотые часы. Может быть, купим давайте? Давайте купим. Золотые часики можно купить. Перчатки. Серьезно? Кстати, по-моему, водительские перчатки я не видел. А, это в ограбление входит. Прикольно, слушайте. Давайте еще ремешки купим. Ну, в общем, вот такое вот обновление. Называется оно «Грязные деньги», по-моему. Вроде да. И на этом все. С вами был Спектр. Вот такое вот обновление, довольно хорошее. Пистолет-пулемет, опять же, просто супер. И напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого обновления, потому что, может быть, кто-то из вас приобрел уже золотой самолет или золотой вертолет. Кто ж вас знает? Может, хотя бы опишите вкратце как-нибудь, как оно, что там. Ну, а мы с вами увидимся.